В Набережных Челнах задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство 16-летней девочки. Это произошло ночью на улице Гидростроителей. Как установили следователи, пьяный челнинец подошел к подростку и предложил познакомиться. После отказа предполагаемый злоумышленник начал угрожать девочке убийством и стал ее душить. Крик потерпевшей услышали ее друзья, с которыми она только прощалась. Компания погналась за душителем, однако мужчина успел убежать к себе домой, где заперся в собственной квартире. Следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. При этом причастность к совершению преступления он признал частично. Также следует отметить, что в 2010 году мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство женщины. Однако освободился условно-досрочно осенью прошлого года. Судом по ходатайству следователя в отношении него изобрели меры пресечения в виде заключения под стражу.